Апрель – месяц субботников. В городском округе Люберцы марафон чистоты по традиции начался с парада коммунальной и дорожной техники. Колонну специализированных машин, которые будут наводить порядок после зимы, запечатлели мои коллеги. Раз в год коммунальная и дорожная техника городского округа Люберцы выстраивается на парад. Перед стартом каждый участник украшает своего железного коня. Главные праздничные атрибуты – флаги и шары цвета российского триколора. Все, субботники готовы. С завтрашнего дня начинаются субботники. Несмотря на погоду такую, будем стараться все убирать. Боевое настроение. Раз в зиму продержались, осталось чуть-чуть. Сергей Бачурин в параде коммунальной техники участвует каждый год. Тракторист убирает проезжие части и чистит тротуары. За 12 лет работы в Люберцах сделал вывод. Чем раньше приступишь к уборке дорог, тем быстрее и качественнее будет результат. Потом попадается время, уже люди начинают идти. Кому не нравится, что мы чистим. Кому то просто идет, прет на тротуар, как танк. Не обходит его. Видишь, что я еду, все равно идет. Некоторые обходят, подождут, когда проедешь. Но большинство ждут, понимают. Парад коммунальной техники проходит в округе 6-й год подряд. На этот раз в нем приняли участие более 140 единиц специализированных машин. Здесь представлен арсенал ресурсоснабжающих организаций, дорожных служб и управляющих компаний. Праздник мы проводим с той целью, чтобы показать наше умение, наше единство и наше желание сделать наш любимый округ чище и более приемлемым для жителей нашего городского округа. И если мы уже в апреле обычно готовились к проведению субботника после зимы для наведения порядка, сегодня у нас еще снег. Поэтому у нас сегодня мало того, что коммунальщики готовы к этому параду, они еще сегодня с 5 утра полностью приводят все территории общественные в порядок. Участников парада поприветствовал глава городского округа Владимир Ружицкий, а заодно узнал, какой настрой у люберецких коммунальщиков перед большой работой по наведению весеннего порядка. Мы буквально за несколько недель наведем порядок, будет чистота, порядок в нашем городе, в наших поселках. Поэтому я сегодня хотел бы всем пожелать хорошего настроения, здоровья. Колонна коммунальной и дорожной техники начала движение, тем самым дала старт месячнику благоустройства. Каждую субботу апреля на территории городского округа Люберцы будет проходить генеральная уборка. К ней подключатся трудовые коллективы, представители общественных организаций и активные жители. Луиза Эгиазарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.